Привет, мои хорошие, я Александра Соколова из Мерсина. Рассказываю про недвижимость, про то, как живем, как у нас красиво, вкусно и тепло на самом деле. Сегодня я в Чешмели, в моем любимом Чешмели. Покажу вам квартиру 2+1. Чем примечательно? Новый дом, дом сдан. Дом с исканом рядом с морем. В этом блоке есть возможность купить квартиру с мебелью и техникой, какой сейчас мы с вами посмотрим, и что входит, что не входит в стоимость. А также, если вы хотите сделать все по своему усмотрению и сделать совсем по-другому, есть блоки, в которых мы можем посмотреть пустые квартиры с базовой отделкой от застройщика. Кстати, отделка достаточно хорошая. Территория супер, территория конфетка. По территории обязательно прогуляемся, ставьте лайк, пошли смотреть. Давайте начнем с самого начала, с самого входа. Здесь у нас прихожая. Классная, большая, удобная. В прихожей, в коридоре пол, плитка. Красивый, современный дизайн интерьера. Встроенные шкафы, реально встроенные и реально большие. Оставить одежду, место под стиральную машину. Вот такие удобные шкафчики с доводчиками для одежды. Поставить какую-то красоту, ключи, телефон или что-то, чтобы не забыть. Пуфик, увидеть степень своей прекрасности, зеркало, домофон. Красивые, надежные входные двери. Здесь кухня-гостиная, единая зона. Вот такая нарядная. По полу зона кухни отделена от зоны зала. В кухне плитка. Удобная, красивая, практичная. В этом случае продается в этом доме с мебелью и техникой, кроме штор, люстр и вот этого дивана. Не знаю, почему диван, но кроме дивана, тем не менее, со всей техникой, как дальше мы увидим. Кухня хорошего размера, красивая, современная, без лишней красоты. Каменная столешница, все шкафчики с доводчиками, правильное расположение и посудомоечной машины, и раковины. И когда моешь клубнику, персики, можно полюбоваться на фонтаны, на бассейн. Удобно, думаю, что очень. Гармонично вписался холодильник. Все подобрано со вкусом. Обеденный остров, он же стол, отделяющий пространство. Отлично, что придумали освещение над обеденной зоной. Естественно, вся электричество зонировано, можно включать по секциям, что очень удобно. Выставить какую-то красоту. Вот такая ниша. Достаточно мест для всей семьи. Большое пространство зала. Здесь вот такие суперские шкафы. Отличный декор под телевизор. Также в зале есть дополнительное окно и выход на террасу. В жилой зоне у нас ламинат. Квартира 115 квадратных метров брутто. На три стороны есть варианты: южная, северная, западная или южная, северная, восточная. Терраса вас порадует и формой, и размером. Ну и с высоких этажах, которые, кстати, тоже есть, порадуют вас видом. Порадуют вас видом на море, на цитрусовые сады и на отличную территорию комплекса. Очень ухоженно, очень красиво, нарядненько, современно и удобно. Рядом вся инфраструктура.
Мигрос. Вон в том доме. Всякие экзотические продукты найдете. Какие экзотические? Селедку, ржаной хлеб, творог, сметана, тархун. Вот такие экзотические продукты у нас можно встретить. На самом деле, без шуток, все рядом. И бургерные, и ресторанчики, и другие сервисы. Чашмели в перспективе газификации. Поэтому придумали уже все для того, когда придет газ, чтобы здесь у нас все для отопления было заложено. Также у нас положено иметь вывод воды, вывод канализации, вывод ливневочки, если на случай пойдет дождь, вывод кондиционеров. Ну, то есть все уже придумано, как говорится, до нас. Вот такая красота. Пошли смотреть санузлы и комнаты. Санузел современный, модный, большой. Большая раковина, большой подвесной унитаз с функцией биде. Вот такой вот нарядный шкафчик, зеркало. И вот такая удобная душевая кабина. Вот тут много всякого можно расставить. Выводы под полотенцесушитель. Это тоже, подчеркну, у нас функционально. Ну, все продумано. Вопросов нет. И, кстати, обращаю ваше внимание на высокие потолки и на их современное исполнение. Детская спальня. Встроенный шкаф. Рабочая зона, выводы под батареи, выход на балкон. Но балкон на самом деле тоже очень хороший. Во многих квартирах такие делают террасы. Достаточно большой, хорошей площади. Вид на сады и на горы. Отличный будет бриз, отличная продуваемость у квартиры. Очень хорошо, когда квартиры так называемые распашонки. Родительская спальня. Прям все по фэншую. Все хорошо. Два окна в изголовье. Вот такой красивый, вместительный шкаф. Вот такое большое зеркало и туалетный столик. Обо всем здесь подумали. Спальни не маленькие. И санузел. Большой сказать, ничего не сказать. Отличного размера санузел. Мыться хоть всей семьей. Огромный душ. Огромная раковина, подвесной унитаз с функцией биде, вентиляционные короба, выводы под полотенцесушитель. Все здесь присутствует. Вот такие вот потолки, современное решение в квартире.
Подчеркну, что качество всех деталей, всех аксессуаров на высоком уровне. Очень приятная атмосфера на территории комплекса. Все в цветах вот таких расчудесных, в зелени, удобная детская площадка, классный плавательный бассейн, отличные зоны барбекю под крышей. От солнца, от дождя, от посторонних глаз, со столами, барбекюшницами, водой. Очень удобно. Баскетбольная площадка. Такие красивые здания. Красивые, удобные места для принятия солнечных ванн, либо для отдыха в тени. Вот такие интересные беседочки. В комплексе также генератор, парковка, охрана, видеонаблюдение. Все для вашей безопасности и комфорта. Для маленьких жителей дома вот такой классный детский бассейн и горка. Надеюсь, порадовала вас этим предложением, этим видом и этой локацией. Задавайте ваши вопросы либо в комментариях под видео, либо пишите нам на WhatsApp. Будем рады ответить на ваши вопросы. Детали, планировки, пресс-листы и прочую информацию, которую я не смогла донести в этом видео, мы вышлем вам по WhatsApp. Вся полная информация описания комплекса всегда находится внизу в инфобоксе под видео. Заходите на сайт, там актуальные предложения по актуальным ценам с сортировкой по разным районам и типам объектов недвижимости. Спасибо, что любите, спасибо, что подписаны. Обожаю вас и до следующих видео. Пока-пока!